Всем доброе-добрейшее утро. Мы сейчас приехали менять, обновлять мне мою резиденцию. И получается тут огромная очередь. Да. Может, еще получится написать заявление о краже дрона, кстати? А, это нет. Мне кажется, это по ВСЕ Националь. Это только, ну, именно вот это отделение, чтобы документы делать. А, ну да. Видишь, тут паси, там только там именно мое имя было, что я... Угу. Ну, короче, тут не получится. Ну да, тут у них даже машины другие, да, в принципе. Это полиция на сигнале, а нужно идти в обычное отделение. Локаль типа, да? Угу. Но локаль это у нас в Камбрильце вроде, да, как раз возле больницы? Вроде бы, да. Малыха. Да, тут очередь такая нормальная. Приехали домой, и этот человек спит. Мы в шоке с Кристиной стоим такие, смотрим, и насколько она стала уже большая, капец. Просто огромный человек лежит на кровати. Не? Ну да, вообще. Скоро не будет лазить ни в костюм, ни в эту кроватку. Как быстро растет. Угу. Ну что, получила документ? Да, получается, мне забрали мою тархету, мою карточку, дали вот такой вот листик, что якобы я жду в ожидании своей новой карточки. Все, в принципе. Да. Че, ее опять на год дадут, да? Да. Ну, поздравляю. Наш президент тоже очень радый. Посадил я нашего президента напротив. Смотрите, он уже даже в кресло не помещается. Что ты там хочешь? Куда собрался президент? Президент, че ты улыбаешься? У тебя нормально? Че ты там, Кристи, уж ходишь все? Готовлюсь. Готовишься? Прогулки. Ну, что-то мне так впадло все. Тебе не впадло? Да наоборот, когда я прогуливаюсь, я как-то это заряжает. Я прочитала, что нам дает энергия движение. Даже не еда нам дает энергию, а именно движение. То есть даже когда мы ощущаем, что у нас нет сил, если сделать прогулочку, то у нас они появятся. Да. То есть мы как мотор. Как это называется, вот этот мотор, который заряжается с помощью движения? Не знаю. Электромотор? Да. Выпьем. У кого это такая нога длинная? Что это у тебя с ногой? Чего она такая длинная? Что это такое? Это у тебя такая нога длинная? Чего у тебя такая длинная? Бесконечный носок. Хотел снять носочек и такой тяну, а оно вот отсюда дотянуло. Да? Вот так тянул. Думаю, да что он не снимается, носочек? Какой-то бесконечный. Смотри, какие ноги большие у тебя, малышка. Да, смешно. Что у тебя мама такие носки смешные одела? Смотри. Что она такое орает? Смотри, ББшка. Что это у тебя такое на ногу? Что это такое? Да, что это такое? Дай. Вот какой я тортик купил, получается. Это какой-то Дольче, да, марка в этом, в Лидле? Пирог. Ну, пирог, да. Он рыбный, да. Сейчас отрежу профессионально. Мы уже ели, да, когда-то его, по-моему? Да, когда-то. Макс? Макс, советую. Угу. Ну, вроде вкусный. Угу. В общем, собирался выезжать на машине и открыл дверь так ночью.
забыл, точнее, закрыть, и аккумулятор сел, представляете? А все из-за вот этой лампочки. Вот этой маленькой лампочки. Она посадила аккум. Потому что на этих гибридах маленький аккумулятор, и его хватает совсем на чуть-чуть, представляете? Нужен для того, чтобы запитать большой аккумулятор. То есть он запитывает всю систему, мозги, и потом уже мозги подключают большой аккумулятор. Говорят, привоз клуб. Влад помог подкурить машину, и мы наконец-то выехали из дома. Сейчас направляемся в Камбрильс, чтобы встретиться с Сашей, с Леушкой и Матео. Еще Маша, наверное, тоже, да, вышла погулять? Да. Кто тут идет, гуляет? Кто идет, мы с Леточком пошел, большой секрет. Сегодня, кстати, очень-очень тепло. Что удивительно, ветра вообще нету, да? Че она там? Сопли пускает? Вот через дорогу идут как раз Саша с Левушкой на велосипеде. Че думаешь, она тут будет переходить или она туда будет? Шлепает. Так у тебя на велосипеде нет педалей. Есть у меня с педалями дома. А, есть с педалями дома? Ну покажи, как тормозишь. О, ничего себе. Оденешься сам домашний? Нет. Я думала, хочу уходить. Привет. Ну, тебе не будет холодно? Я Женя, и я колобочек только что. Космический корабль кто-то отправляется. Так, это кто-то, знаешь, я, честно сказать, еще и... Даже не пробовала, как эта штука пользуется? О! Мам, я чуть-чуть скучаешь. Да ты что, я не знаю, как это выключать. Что ты сделал? Жень, тебе понравилось? Я просто включилась. Что, вибрация идет? Это она сама качает или нет? Есть вибрация. А качает это кресло? Нет, не качает. О-о-о. Давай вибрируй. Да, я включила уже. Сейчас тихо. Маленькая, ножка высоко, это для головы. Мне прям по размеру как-то еще мелковато. Думаю, через месяц начнем ножить. Но Женя уже большевато. Даже для этой штуки, видишь, уже вылазят ноги. И нормально она смотрит на этого оленя. Все думают, что это мотор работает, а то, оказывается, левушка качает. Кто тебя так научил? Зай, смотри, ты не останься так. Тебе бабушка знает, говорила, не делай так, и так не останешься. Девушка, что там с тобой случилось? Короче, я это из-за того, что у тебя все, у тебя братик есть, да? Ты такой, да, ну нафиг. Спит, да? Ну еще, пусть спит. Сколько тебе годиков, Левушка? Это сколько? Это сколько, сын? 4. Ну, нормально. Икая. Вернулись мы домой и пьем чаек с отличным пирогом. Вот так вот. Это чизкейк веганский из кетчупа. Должен был получиться хороший. Ну, он просто специальный рецепт. И, ну, ничего страшного. Да нет, просто я не положила. Агар-агар. Это натуральный загуститель. Да, а что такого не положил? У нас не было? Не было. Я думала, что так и так сойдет. Ей нормально. Маш, как там? Нормально. Вот это кружимся, кружимся, вертимся. На взгляд идем! Это хумус, который я взял. Хумус? Угу. Хочешь попробовать? Да. Угу. Вкусненький. Такой прям плотный. Угу. Кристина сейчас проведет мастер-класс, как нужно делать хумус. Да? Ну, малышка, ну в то, боже мой. Не дает покоя. Ну, в то каждые 5 секунд надо плякать, а? Ну, что? Я купил вот этот чай в Лидле, он сейчас так пахнет, потому что я сделал как раз его на весь дом. Чай с печенькой оказался. Я думал сначала, что он просто как черный, но оказался, что он еще печенька пахнет. Угу. Как тебе? Ну, я не пробовала, но я чувствовала запах. Да. Ну, что там сердится? Сердится человек.
Как ты делаешь хумус? Просто насыпаешь туда... оливковое масло, чеснок, лимон, соль, все. И еще пасту тахини вот такую вот. А бабашкины вкусные ручки положишь? Угу. Грустина, что это за мода? Ты же квази-мода? Да, чистая мамка подзадолбанная. Что, малышка немножко расстроилась, и Кристина решила ее успокоить, а мне поручили доделать хумус, что сделаем все возможное. Сегодня, когда мы были в полиции, мне пришлось тоже держать малышку очень долго, и она плакала. Сейчас, кстати, заметили то, что раньше вот Кристина, наоборот, не могла ее успокоить, а мне когда давала, она легко успокаивалась. А сейчас вот почему-то ей нужно больше внимания именно мамы. Что такое? Малыха, ну все нормально. Нормально шепчали. Что? Хочешь покушать? Угу. Женя, как слышу твой голос, сразу плачет. Блин, что-то мне... немного прическа поменялась.